Русская баня. Текст Граудени. Баня – это место, куда русские люди ходят, чтобы расслабиться, встретиться с друзьями и очистить тело и душу. Настоящая баня – это очень хорошо для здоровья и интересно. Баня очень похожа на сауну, но имеет свои особенности. В чем разница между баней и сауной? Самое главное – это веник. Веник – это связка молодых веток березы или дуба. Русские любят брать в баню веник из березы и массажировать им друг друга. Это приятно и полезно для здоровья. В русской бане есть парилка. Там на очень горячие камни наливают воду или пиво, или квас, и появляется много пара. Температура влажного воздуха 50-70 градусов. Обычно люди сидят в бане до того момента, пока они уже не могут терпеть жару. Тогда они выбегают из бани на улицу и прыгают в снег, чтобы охладиться. В современных банях есть бассейн вместо снега. В этом бассейне вода очень холодная. Многие люди заходят в парилку 3-5 раз и только потом начинают мыться. После бани русские любят пить чай и разговаривать. Ты помнишь все новые слова? Расслабляться, расслабиться. Очищать, очистить. Тело. Душа. Здоровье. Похож, похожа, похоже, похожи. Особенность. Брать, взять. Массажировать. Приятно. Разница. Веник.
Связка. Ветка. Береза. Дуб. Полезно. Прыгать. Прыгнуть. Горячий. Современный. Парилка. Охлаждать. Охладить. Терпеть, вытерпеть. Лить, наливать. Появляться, появиться. Разговаривать, поговорить. Мыть, помыть. Пар. Камень. Влажный. Воздух. Жара. А теперь давай читать вместе. Баня – это место, куда русские люди ходят, чтобы расслабиться, встретиться с друзьями и очистить тело и душу. Настоящая баня – это очень хорошо для здоровья и интересно. Баня очень похожа на сауну, но имеет свои особенности. В чем разница между баней и сауной? Самое главное – это веник. Веник – это связка молодых веток березы или дуба. Русские любят брать в баню веник из березы и массажировать им друг друга. Это приятно и полезно для здоровья. В русской бане есть парилка. Там на очень горячие камни наливают воду или пиво, или квас, и появляется много пара. Температура влажного воздуха 50-70 градусов. Обычно люди сидят в бане до того момента, пока они уже не могут терпеть жару. Тогда они выбегают из бани на улицу и прыгают в снег, чтобы охладиться. В современных банях есть бассейн вместо снега. В этом бассейне вода очень холодная. Многие люди заходят в парилку 3-5 раз и только потом начинают мыться. После бани русские любят пить чай и разговаривать.
постарайся ответить на вопросы к тексту. Зачем русские ходят в баню? Правильно, они ходят в баню, чтобы расслабиться, встретиться с друзьями. Что такое веник для бани? Правильно, веник – это связка молодых веток березы или дуба. Зачем люди приносят в баню веник? Правильно, они приносят веник, чтобы массажировать им друг друга. Почему в парилке люди наливают на горячие камни воду? Правильно, они наливают на горячие камни воду или пиво, или квас, чтобы появилось много пара. Почему люди выбегают из бани и прыгают в снег? Правильно, они прыгают в снег, чтобы охладиться. Что русские люди любят делать после бани? Правильно, после бани русские люди любят пить чай и разговаривать.